Так, что у нас здесь? Snippet category ID. Какие-то номера. Поскольку я сам автор видео, не знаю, как этот интерфейс выглядит изнутри, то я знаю, что это номера категорий, которые автор видео выставляет своему видео. Здесь единичный выбор. То есть автор может выставить только одну категорию. Но, допустим, я не был бы автором. Как мне быть? Как узнать, что это за числа? Во-первых, в документации к соответствующему методу videos, методу videos, было написано, что посмотреть расшифровку этих категорий можно при помощи другого метода. Но, допустим, я не был внимателен и пропустил эту информацию, что я могу сделать? Я могу загуглить. Тоже вариант. Наконец, вариант зайти в раздел для разработчиков и посмотреть на название имеющихся там методов. Может быть, там есть метод с названием, содержащим слово category. Этим путем я и пойду. Примерно этим путем я ходил уже не раз. YouTube. Reference. И вот неспешно я такой смотрю. Activities. Похоже, нет. Captions. Channel banners. Ну нет, все не то. Все не то, все не то, все не то. Но методов не очень много. Я уже дошел до второй половины списка. О! Video categories. Мне кажется, это то, что нужно. Overview. A video category. Resource identifies a category. Бла-бла-бла. Да, это то, что мне нужно. Описание выдачи. Посмотрю на сам метод. Он стоит 1 единицу за получение страницы с выдачей. Есть аргумент part, который имеет значение snippet. Что выдает snippet? Посмотрим в overview. Snippet.channelid, title, assignable. И здесь интереснее всего именно title, потому что именно внутри title находится расшифровка номеров категорий. Вернусь в раздел list. Я понял, что мне нужно ввести snippet. Что насчет остальных аргументов? Посмотрим на них. Аргумент ID как раз предполагает ввод номера категории. Да, он мне нужен. Например, 29. Попробую ввести. 29. Код региона и опциональный аргумент технический. Мне не нужно. Запускаю. Авторизуюсь через свой аккаунт. Код 200. Запрос обработан. Успешно. Вот выдача. Очень коротенькая выдача. Но содержательная. Код 29 соответствует категории non-profits and activism. Некоммерческие организации и активизм. Попрошу показать мне код. Пролистываю до Python. Копирую. Перехожу в Jupyter Notebook. Вставил в Jupyter Notebook. Те из вас, кто уже смотрели мои предыдущие видео по API YouTube, знают, что этот код предполагает полноценную авторизацию. А я предпочитаю авторизоваться по ключу, поскольку это проще и безопаснее. Главное посмотреть, как выглядит запрос, найти внутри скопированного кода использованный метод. Вот он. В дальнейшем этот чанг мне больше не понадобится. Поскольку мои видео преследуют не только научные, но и учебные цели, я решил вставлять в начале видео чанг, содержащий те методы, которые используются в данном скрипте. Те из вас, кто уже смотрел
предыдущие видео по API YouTube пользовались этим методом, этим методом, этим методом, этим методом, этим не пользовались, этим пользовались. То есть новый метод. Это методы, относящиеся к Pandas, пакет Pandas для работы с таблицами. Также внутри Pandas работают и атрибуты. Посмотрите, их синтакс похож на синтакс методов, только в конце нет скобочек. Точка индекс, точка лог. Также метод API YouTube, как раз video categories, который я только что и нашел на странице для разработчиков. И знакомый вам цикл for in. Ничего другого в этом скрипте, в этом видео нет. Импортирую Pandas. Загружаю ту базу, которую я получил в предыдущих видео на основе методов API YouTube. .search, .videos. Обратите внимание, Excel не понял, что это числа. Что номера категории — это числа. Не понял. Посмотрим, Python понимает, что это числа. Речь идет о столбце Snippet Category ID. Я беру из этого столбца одну строчку, любую. Вот я вижу, что здесь есть строчка с номером 1. Я сам нумеровал и помню, что есть строчка с номером 1. И я беру DataFrame, тот самый, который только что сформировал на основе таблицы из Excel, индексирую имя столбца, номер строки, помещаю в скобочки и применяю команду type. Действительно, Python понимает, что число 29, в данном случае 29, я это видел в Excel, это число, поскольку здесь написано int. Причем целое число, поскольку int. Integer. Продолжаем. Я сходил на страницу для разработчиков, нашел нужный метод. Как его применить? Два пути двигаться по датафрейму по каждой из 1102 строк и помещать внутрь запроса ID категории для каждого видео. То есть будет 1102 запроса. Эти запросы стоят по одному юниту. Дневная квота 10 тысяч юнитов. Но давайте рассмотрим путь, который экономнее. Я не буду двигаться последовательно по каждой строке. Вместо этого я проверю, сколько уникальных ID категории видео содержится в моем датафрейме. Беру столбец snippet.categoryid, удаляю дубликаты и перевожу список, метод toList. Уже применял в предыдущих видео. Дальше вывожу полученный список. И смотрю его длину. И тоже вывожу. Уникальные ID категорий. Их 15. В документации метода не указано, сколько может быть ID на одной странице выдачи. Но я предполагаю, что столько же, сколько и в других методах, то есть 50. Попробую. Импортирую уже знакомый вам по многим предыдущим видео пакет Google API Client Discovery. Импортирую с коротким названием, потому что не хочется, чтобы были очень длинные записи. Авторизуюсь по ключу. Настраиваю запрос. Все это я много раз делал в предыдущих видео. Записываю сам запрос. Метод video categories и его аргументы. Part
со значением snippet. EID. Это та самая строка, которая и интересовала меня в коде, сгенерированном API Explorer. Напомню, поднимаюсь наверх. Это все меня не интересовало, а интересовала только вот эта часть. Метод videocategories.list, аргумент part и аргумент ID. Причем заметьте, что ID подается как текст, но я знаю, что у меня ID это число, попробую подать именно как число. Хотя мог бы поменять тип этого столбца, snippet category ID, и сделать стоящие в нем числа текстом. Но мне кажется, и так должно сработать. Проверим. Сработало. Например, вот, ID 29, расшифровка Non-Profit Center Activism. ID 28, Science and Technology. Все правильно. Как я уже не раз отмечал в предыдущих видео, объект response, куда записан результат выполнения запроса, имеет формат JSON. Чтобы превратить этот формат в более удобный формат таблицы или датафрейма, применяю уже не раз примененный метод JSON normalize. И обращаюсь к ключу items, потому что интересует меня в выдаче та ее часть, которая относится к ключу items. Кто забыл, что такое ключ в словаре в JSON, обратитесь к предыдущим видео или загуглите. Вот эта часть словаря меня интересует. Вот до сюда. Именно ее я оформляю в таблицу, поэтому беру не весь респонс, а индексирую его по ключу items. Пожалуйста. Аккуратная табличка, в которой есть номера ID и есть расшифровки этих ID. 15 ID и 15 расшифровок. От 0 до 14. Может, не самый очевидный поворот размышлений сейчас будет, но ниже вы поймете, почему он имел смысл. Таблицы с видео category ID представляют собой числа. Поэтому понимаешь, 29, 28 и так далее числа. Я в этом убедился. Вот здесь. Дальше я буду соотносить те числа, которые стоят в этом столбце, с теми числами, которые стоят в таблице с видео. Таким образом, я и буду расшифровывать. Буду записывать в таблицу с видео, что 29 – это non-profits and activism. И для всех видео, которые имеют категорию 29, появится подпись non-profits and activism. Но чтобы так соотносить, учитывая, что в таблице с видео 29 – это число, надо, чтобы и в этом столбце были числа. Проверю. Беру столбик ID и строчку. Ну, пусть это будет строчка номер 0. Сюда число я возьму. Category names df, название этого датафрейма с расшифровками, название столбца и номер строки. И команда type, string, то есть текст. Python сейчас не понимает, что здесь находятся числа. Попробую ему это объяснить. Обычно, если требуется какой-то объект перевести из текстового в числовой, применяется команда int, integer, внутри которой помещается то, что надо перевести. Попробую. Нет, так не работает, потому что целый столбец датафрейма этой команды не переводится. Вот если бы я взял отдельную ячейку из этого столбца, ту же самую, ячейку, содержащую единицу, я смог бы так перевести. Тогда мне пришлось бы проходиться
по всем строкам и переводить по очереди. Можно было бы это сделать циклом, но это немножко долго. Поэтому познакомимся с методом SType. Это пандасовский метод. Беру столбец ID, тот самый, который содержит ID категории. И применяю к нему метод SType. И внутри этого метода я указываю, на какой тип следует поменять. Я указываю int. Я хочу, чтобы числа стали числами. И перезаписываю на место старого столбца. Старый был текстовый, станет числовым. Теперь все сработало, ошибок нет. Но можно проверить на всякий случай. Не надо верить мне на слово. Я сейчас возьму ту же самую команду. И здесь проверю. Видите? Теперь int, а было str. Дальше. Вот эта таблица с расшифровками имеет сквозную нумерацию от 0 до 14. Очень неудобная нумерация в данном случае, потому что в дальнейшем я буду обращаться к номерам категорий, чтобы соотнести эту таблицу с таблицей, в которой у меня видео. Я предлагаю в этой таблице поменять эту сквозную нумерацию, не имеющую особого смысла, на номера из столбца ID. То есть, чтобы здесь стали те же самые номера. 1, 2, 10, 15. Как это сделать? Это делается при помощи атрибута индекс. У Pandas есть атрибут индекс. Смотрите, сейчас, до того, как я поменял индекс, индекс задан таким образом. Range от 0 до 15, ну 15 не включается, как обычно. Шагом 1. Вот так и получается. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. А я его перезапишу. Как я его перезапишу? Я возьму содержимое столбца ID, превращу его в список, метод toList, уже сегодня применял его, и запишу, точнее перезапишу, индекс этого фрейма. Применяю. Пожалуйста. 1, 2, 10, 15, полное соответствие. Очень удобно будет дальше, как вы увидите, соотносить эту таблицу с таблицей с видео. К чему я и перехожу. Для начала создам заготовку в виде столбца. Назову ее category name. И запишу туда нули. У меня нет на самом деле видео с категорией 0. Я специально запишу 0, чтобы в итоге проверить. После того, как я сделаю все, что я хочу, останется ли у меня где-то 0 вместо полноценного названия категории. Я хочу, чтобы в этом столбце в итоге появились полноценные названия категории. А пока что исходно запишу туда 0, а потом проверю, остался 0 или везде полноценные названия категории. Записываю. Посмотрите, в моей таблице с видео теперь 64 столбца. Сколько было столбцов исходно? Поднимаюсь наверх. 63 столбца. Столбец добавился. Но я могу на него посмотреть, покрутив направо. И наверх. Category name. И стоят нули. Прекрасно. Еще один подготовительный шаг. Я хочу достать из этого фрейма все видео с категорией равной, например, единице. Как это сделать? Записываю вот такое условие. Название датафрейма. В каком столбце надо искать. И
чему должно быть равно содержимое этого столбца. Смотрите, false, 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 а в конце true. То есть видео в строке 1102 относится к категории 1. А как посмотреть на эти видео? Проиндексировать этот фрейм при помощи этого условия. А как? Я хочу увидеть все столбцы таблицы и только те строки, которые удовлетворяют этому условию. Кстати, обратите внимание, что когда проверяется равенство в условии, ставится два знака равно. Запускаю. Кстати, почему здесь двоеточие? Таким образом, в Python индексируются все элементы от начального до последнего через двоеточие. То есть в данном случае индексирование предполагает, что я беру все столбцы и строки, удовлетворяющие этому условию. 24 строки удовлетворяют этому условию, в том числе последняя. Вот она. Катя Адушкина или Адушкина, не знаю. За раздельный сбор. Она относится к первой категории. А какая? Расшифровка первой категории. Фильм and animation. Но Python понимает, если опустить вот этот элемент индексирования. Если вы хотите, чтобы вывелись после индексирования все столбцы, то можно не писать двоеточие, а опустить первую пару скобок и ее содержимое. Запускаю без двоеточие. То же самое. 24 строки, 24 видео. То есть вот эта запись является сокращением от этой записи. Но если вам удобно, чтобы не запутаться, можете использовать полную запись. Теперь хочу записать в этот столбец category name расшифровку категории видео. Film and animation. Попробую это сделать. Индексирую data frame. Имя столбца, куда я хочу записать. И то самое условие, оно все еще продолжает работать. То самое условие. А справа от знака равно, в данном случае это знак присвоения, записываю название категории. И дальше попробую вывести те же самые 24 видео. Запускаю. Видели красный эпизод в выдаче? Сначала я скажу направо. Смотрите, присвоилось. Вроде все в порядке, но Pandas ругается. Ему не нравится, когда происходит такое индексирование в момент записи. То есть Pandas не против такого индексирования, как вы видели выше. Но когда после индексирования еще и запись происходит нового содержимого, ему это не нравится. Он пишет, что могут быть ошибки. А чтобы Pandas не ругался, есть чуть более сложный способ индексирования при помощи атрибута log. Атрибут log. Он предполагает, что сначала индексируется строка датафрейма, и потом через запятую столбец. Посмотрите. Здесь отдельно идет имя столбца, отдельно указание на строки. А в случае применения атрибута log, внутри квадратных скобок, вот этих квадратных скобок, через запятую идет указание на строку и потом указание на столбец. Все остальное в этом чанке такое же, как в этом. Такое же. Запускаю. Больше Pandas не ругается. Запись выполнена. Но здесь я вручную скопировал название категории. Я хочу непосредственно передать из таблицы, поднимаюсь наверх, с названиями
Вот она таблица с названиями. Category names df. Передать в саму команду с записью. Как это сделать? Проиндексировать датафрейм, в котором находятся расшифровки категорий. Как это сделать? Обращаюсь к имени датафрейма, к названию столбца, в котором находятся расшифровки, и к строке. Беру первую строку. В первой строке у меня находится категория с ID единица. Как я и хотел. Запускаем. Проверяем. Все правильно. Категория указана правильно. Осталось проделать то же самое с остальными 14 категориями. Всего у меня 15 уникальных категорий. Для категории номер 1 я уже выполнил процедуру. Осталось сделать то же самое для остальных номеров категорий. Напомню, какие у меня номера категорий. 1, 2, 10, 15, 17 и так далее. То есть будут меняться числа здесь и здесь. Ну и для вывода здесь. Но речь идет о присвоении. За присвоение отвечает именно эта строчка, и в ней будет меняться единичка это и единичка это. Причем одинаково. Если я хочу присвоить расшифровки категориям с номером 2, я возвращаюсь и меняю единица на двойку, единица на двойку, единица на двойку, запускаю. Проверяю. Два видео. Autos and vehicles. Автомобили и транспорт, если недословно переводить. Я не буду вручную менять. Я, конечно, воспользуюсь циклом. For I in category names df, то есть вот этот фрейм, содержащий расшифровки, обращаюсь к его индексу, тому самому, который я выше менял. То есть i будет принимать те значения, которые стоят в индексе датафрейма с расшифровками 1, 2, 10, 15, 17, 19, 20 и так далее. А эта строчка отвечает за присвоение. Такая же строчка, как здесь. Только она с отступом, потому что внутри тела цикла. И не забудет двоеточие. И теперь вместо чисел здесь стоит i, то есть счетчик. Запускаю. Вывожу. Двигаюсь направо. Столбец category name. В нем стоят расшифровки категории видео. Прекрасно. Но вдруг где-то алгоритм дал сбой. Как же узнать? Об этом в следующем видео. А на самом деле нет. И сейчас расскажу. Если вы хотите подумать, то подумайте, а потом посмотрите. Так вот, я выше записывал в качестве исходных значений в столбец category name нули. Вот здесь записывал. И сейчас я проверю, есть ли в этом столбце нули. Не должно быть. Но проверю. Условия. И индексирую. Индексирую в короткой записи, могу в длинной записи. Вот так. Пожалуйста. Ноль строк. Заголовок датафрейма есть, а строк в нем нету. Не осталось нулей в столбце category name. Значит, я все сделал правильно, и алгоритм отработал правильно. Можно записать обновленную таблицу с видео
в Excel метод .toExcel со скобочками, как обычно. Поскольку я записываю в ту же папку, где сейчас работаю, поэтому без пути записываю. В следующих видео буду искать связь между статистическими показателями видео и категорией, которой видео принадлежит. Что-то мне подсказывает, что есть такая связь.